Эрик Финман стал миллионером и решил не получать диплом. Как сообщает Cointelegraph, история Эрика Финмана – это одна из последних историй о биткоин-миллионерах. Его родители, двое выпускников Стэнфорда, договорились с ним, что если он станет миллионером к 18 годам, то он может не идти и учиться в колледж. Эрик принял ставку и вложил $1000 в биткоин в 2011 году, когда его цена была $12. Теперь он владелец 403 биткоинов, что составляет около $1 миллиона. Он также управляет инвестициями всей остальной семьи, и, как говорит сам Эрик, он не видит ценности в получении степени. Он хочет учиться, управляя бизнесом, а не сочиняя эссе на уроках английского.